Друзья мои, всем большой привет! Рада вас видеть на своем канале. В этом видео я вам расскажу про свои небольшие покупки из бутика и Фраше. Первое, что вы видите, это гель-крем для лица из линейки Гидро Вежетель интенсивное увлажнение 24 часа. Этот продукт подходит для нормальной и комбинированной кожи. У меня сейчас уже заканчивается мой уход для лица. Я хотела попробовать именно эту линейку. Давайте покажу, как выглядит баночка. Баночка стеклянная и крышечка пластиковая. Все очень добротно, красиво сделано. Мне нравится. Это моя уже не первая линейка, которую я пробую от Ифраше. До этого я пользовалась линейкой 7-9, такая зелененькая. Но вот сейчас решила попробовать эту. Замечательно дает увлажнение этот продукт, очень быстро впитывается, тающая нежная текстура. Я обожаю кремогелевые текстуры и не очень люблю плотные, потому что плотные текстуры, они либо жирнят мою кожу, либо как-то долго впитываются, а эта должна просто замечательно впитываться. Мне очень понравилось, пока по первым ощущениям имеет легкий такой приятный растительный аромат, очень-очень мне понравилось. Продукт стоил 890 рублей. К нему в пару я приобрела себе сыворотку, усилитель увлажнения, тоже для нормальной комбинированной кожи. Я очень люблю сыворотки, считаю, что они дополнительно обогащают наши крема, дополнительно увлажняют и также являются неким таким проводником полезных ингредиентов. Здесь вы можете почитать то, что написал нам производитель. Уже после первого применения обещают, что кожа интенсивна и глубоко увлажнена, излучает красоту. И кому интересно, то можете прочитать состав. Сыворотка замечательно выглядит. Это стеклянный пузыречек, здесь 30 мл и с удобным помподозатором. Помподозатор очень мягкая, я уже все потестила в магазине, все посмотрела и выдает буквально маленькую-маленькую капельку этого продукта, то есть нельзя будет переборщить и невозможно будет нанести больше, чем вам нужно. Прекрасно сейчас в холодное время года, когда у нас сильные ветра пошли, то такой уход увлажненности просто необходим для моей кожи. А так как я состою в клубе привилегии, часто совершаю покупки, то накопила баллы. И консультант предложила мне мои баллы обменять на подарок. Там у меня было определенное количество баллов. Я себе выбрала из этой же линейки маску для лица. Я сторонник того, что если покупать, то целую линейку. Ну, конечно, не все подряд, а то, что нужно вашей коже. Тогда все вместе будет лучший результат. Ну, если есть такая возможность, почему не купить? Конечно, сыворотку, крем и маску. Маска такая у меня уже была, когда-то давно попадалась, по-моему, в коробочке красоты. Маска великолепная. Вот это то, что нужно моей немного обезвоженной комбинированной коже. Но это вот прям продукт для меня, понимаете, девочки? Она великолепна. Она такой тоже консистенции, немножечко жидковата. Посмотрите. Она глубоко и прекрасно увлажняет кожу. Она впитывается. Я наношу ее таким хорошим слоем. Держу минут 10. И те участки кожи, которые были наиболее обезвожены, они прям кушают эту маску и говорят мне спасибо. Кожа лица выровненная, такая гладкая, напитанная, просто увлажненная, просто замечательная. Эта маска мне шла в подарок, а так ее цена 790 рублей. Да, конечно, продукты не бюджетные, но в подарок получить просто замечательно. Сейчас проходят в бутиках дни растительной экспертизы, ухода для лица. То есть вы можете сделать экспертизу вашего лица, вам могут провести. И консультант мне предложил в подарок вот такой по моей листовке, вот такой небольшой подарок она мне предложила. Кстати говоря, никакую экспертизу лица мне не проводили, просто вот в подарочек презентовали такой набор. В нем входило два продукта. Первое – это сыворотка и крем-маска. Я сейчас на данный момент заканчиваю использование крема и сыворотки от Эликсир 7.9. Сейчас эта линейка обновилась, она стала называться Эликсир Genesis. И стала, по словам консультанта, более облегченной и немножко улучшенная формула. Сейчас не 7.9 компонентов, а 11. Ну, это кому интересно, с этим ознакомиться. Что сюда мне входит? Ночной уход маска.
Так, если вам будет видно, вот, сфокусировалась. Ночной уход маска, восстановление и защита от негативных факторов окружающей среды. Пробник 7 мл, очень хороший. То есть этого ухода должно хватить ровно на 7 дней. И наша сыворотка, она называется «Эссенция двойного действия для молодости кожи. Восстановление и защита от негативных факторов окружающей среды». 5 мл пробничек. Замечательные пробники, на самом деле хватит на неделю. И, возможно, если мне понравится, то я повторю. Вот повторю, что линейка 7,9 мне понравилась очень. Я от нее увидела результат. И потом, конечно же, в пустых баночках с вами поделюсь. Подробно расскажу все. Также в этом пакетике был такой небольшой брошюрка 50% на второй любой уход для лица. Тоже здесь крем, сыворотка. Ну, все как обычно. И дальше, девочки, хочу вас познакомить с новинкой, которая уже совсем скоро появится в бутиках. Это лимитированная коллекция «Мандарин и кедр». Посмотрите, какое красивое, яркое, сочное оформление будет этой коллекции. В гамме представлены гель для душа в двух вариациях, жидкое мыло, крем для рук, туалетная вода, бальзам для тела, эксфолиант для тела и мыло-эксфолиант. Замечательная коллекция. Мне кажется, сочетание мандарин и кедр будет очень оригинальным. И уже хочется скорее попробовать. Ну и ваш подарок при покупке на определенную сумму – это элегантный комплект из украшений. И также выходит новинка – пудра-хайлайтер. Ну, если заинтересует, то обязательно познакомлюсь. Ну вот и все мои небольшие покупки и подарки. Я была всем очень довольна. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч!